Третье место в возрастной группе девушки до 13. В какой-то момент эти девушки стояли на подиуме в возрастной категории до 13 лет. Сейчас они выросли. Василий, игроков сюда, пожалуйста, на награждение. Второе место в возрастной категории девушки до 17 лет завоевала Шапкина Анастасия. Алина. Позже. А третье место завоевал Мироненко Дмитрий, который посмотрел шикарный игру в полуфинале и чуть не выбил нашего победителя. Что я займу второе место. Я очень рада. Мне очень понравилось здесь. Я тоже очень рада, что заняла призовое место. Я тоже очень рада, что заняла первое место, и мне понравилось сыграть.